Несмотря на то, что Новый год считается домашним праздником, многим китайцам дома не усидеть. Год лошади, наступивший по восточному календарю 31 января, они предпочитают встретить в непосредственной близости к этим благородным животным. Так, австралийский город Голд Кост сейчас принимает множество гостей из КНР. Здесь их ждут не только магазины и пляж, но и возможность прикоснуться к природе Австралии. В Китае мы всегда отмечаем Новый год у себя дома, но там можно купить только игрушечную лошадку, а здесь можно покататься на настоящей лошади, и это огромное удовольствие. Однако фаворитом для китайцев по-прежнему остается милое животное – коала. Именно ему туристы уделяют повышенное внимание. Одна из причин, по которой им действительно нравится приезжать в Голд Кост и в штат Квинсленд, это то, что здесь единственное место, где можно пообщаться с коалами. Китайские туристы часто приезжают из быстро развивающихся и густонаселенных городов. Так что мы будем рады, если они сочтут этот год неофициальным годом коалы и насладятся спокойной жизнью Квинсленда. И в самом деле китайцы настолько любят коал, что даже мечтают увидеть их среди знаков зодиака. Как, например, эта 8-летняя путешественница. Мне нравятся коалы, они очень мягкие и славные. Мне нравится держать коалу на руках, когда я фотографируюсь, это так забавно. Я надеюсь, что коала станет одним из знаков зодиака. Туристов ждут и другие незабываемые впечатления. Так гости могут погрузиться в жизнь австралийского ранчо и попробовать австралийский ужин-барбекю. В прошлом году штат Квинсленд принял около 20 миллионов туристов, потративших в Австралии примерно 18 миллиардов долларов. Here under southern sky.